Так, минус... Неважно. Чё? Скажите мне, что всё нормально. Скажите мне, что всё нормально. Что это за офигенная такая штука? Вот это вот. Это что? Это как? Это кто придумал? Это будет всю дорогу вот это вот будет. Окей. The corporate model is the oldest and most efficient structure history. И сразу игры. Не, ну я не понял, вот этот баннер, он реально, он. Что это? Это субтитры. Господи. Извините. Всем привет. Даже Snow Fox пришел, который не собирался приходить. А, это случаем не та херня от Обсидиана. По-моему. Новый IP. Или я что-то путаю? Хорошо, Snow Fox. Да, это оно. Графон пипец, конечно. Нет, мне, в принципе, насрать. Вот не знаю, по таким играм как-то прям вот с первого взгляда видно, что... Как-то это все без души. Даже не знаю, как это объяснить. Слишком цветасто, слишком эклектично. Вот это вот игры а-ля Rage 2, Borderlands, вся вот эта вот ебанина. Да все говно, честно говоря, и тени нет. Вообще, тени — это моя боль. Мне, в принципе, пофигу, по большому счету, на графику, но... Когда вот делают современную игру, вроде бы как, и при этом нет теней ни хрена, у меня всегда с этим проблема. Ну, то есть, камон, это же самое главное в том, чтобы картинка выглядела приятно.
Ну и да, лицевая анимация тоже, конечно, пипец. И ромбик такой скоримовский. Please welcome from Ninja Theory, Ronnie Tucker. Ninja Theory, блять. Не люблю. Вот реально, вот игры этой студии мне как-то прям вот. С ними что-то не так. Прям вот на каком-то базовом уровне они мне неприятны. Ну и уши у чувака, кстати. Лёвый. Ушастенький. We've started work on a number of new games at the studio, and вам in the near звук, future, we'll be sharing details on all of these projects. Звук. When we joined Xbox Game Studios, we already had a very exciting game Мальчуган. Several years in the making. And we're happy вот он to явно младше меня или одного времени возраста со мной, при этом он охуенен. As creative director, I'm stoked to be хуй. Here to share our new game with you guys. Рахни, It combines Рахни Такер. Two of my gaming passions. Third-person action combat and competitive team multiplayer. Our technical alpha is kicking off in just a couple of weeks, and we'd love европейчик, you to sign up, подожди, get involved, теории, ж, and tell us what you think. Европейцы, or if они, you're here там, французы, come join такие. Us for a game. I really hope you guys like it. Check it out. This is Bleeding Спасибо, Edge. Fox. Кто? Я прослушал название. Я не очень слежу за этой эпической студией. Блять, вот опять же, посмотрите на это. Я не вижу вообще никаких отличий с предыдущей игрой. Что это за мудацкий стиль, который сейчас везде? И что это за дизайн, ёптую мать? Пиздец. Реально. Они показывают одну за другой две игры, которые очень трудно отличить друг от друга. Не, ну это просто пиздец, короче. Это знаете, что мне напоминает? У Bethesda был вот этот мультиплеерный, который очень быстро скис. Как же? Или, бля, не помню, как назывался, но, короче, тоже такая какая-то ёбань от третьего лица мультиплеерная на мечах. Вот это очень похоже. Ну, пиздец, короче. Привет, бубенчик. В общем, да, ладно, не буду срать. Ну, то есть, сколько можно срать? Бабка, отлично. Бабка и меньшинство. Теперь вот так у нас, пацаны. Пипец, просто пипец. Овердроч, вот ты понимаешь, Snow Fox, вот есть Overwatch и все. Эта игра как бы закрыла эту тему. Но при этом почему-то появляется куча пародий на Overwatch. Зачем они это делают? Они как бы обречены на провал, по-моему. Они продолжают это делать. Это реально, коридка, не в этом даже дело. Ну, то есть, блядь, если бы... Ну, как это сказать? Даже если бы вся эта игра, весь ее ростер состоял из, значит, красивых девочек. Ну, блядь, не в этом дело. Дело в том, что это чисто клон. Ну, зачем делать клон? Ori and the Blind Forest. Первую часть я дропнул, не осилил. Она какая-то... Ну, то есть... Не знаю, мне графика не нравится, как ни странно. Она слишком перегруженная. Слишком какая-то... Выпендрёжная. Не могу сконцентрироваться на происходящем, когда... Ну, короче, видимо, это мой возраст уже. Многим очень нравится. Я не осилил. Каритка, даже в бабке ты не будешь заинтересован, ты чё? Вот что меня бесит в играх, как явление, так это отсутствие критики. То есть невозможно, грубо говоря, нету консенсуса на тем того, что хорошо, а что плохо, кроме совсем уж очевидных каких-то провалов. То есть вот, например, Ори, вот я считаю, что это говно-говна. Но при этом, видимо, консенсус в том, что это хорошая игра. И многие ее очень любят, я это знаю. Ну вот и чё. Жиденькие аплодисменты. Что везде этот Xbox Game Studios Presents? A brand new game. Oh my.
Ну что тут? Покажи этот полный кубач. Сейчас ночь такой. Пускает слезы. Блять. Вот знаете, я не хочу как бы всю эту трансляцию быть недовольным и так далее, но... Ну то есть, не знаю, почему-то у меня первый импульс всегда засрать. Ну вот если они делают новую игру, ну зачем полностью клонировать стилистику старой игры? Ну камон. К тому же мне не нравится стилистика Майнкрафта. Вот эти, этот кубизм, это даже не ретро, это какая-то непонятная, извращенная, значит, отрыжка по мотивам. Того, что как будто кому-то, знаете, инопланетянам рассказали, что раньше игры были квадратные. И они сделали вот такую вот стилистику, где все квадратное. Ну что это за херня? Вот, блять, нужно было покупать все-таки алкоголь. Реально. Клевый звук. Please welcome. The head of Xbox. Фил Спенсер. Ой, сейчас он скажет нам. У меня. Вот он мне не нравится. Сука. Что-то мне все не нравится. Но вот Фил Спенсер мне реально не нравится. Он какой-то. Может быть, дело в том, что он. Ну как бы. Он такой, знаете, вроде чил, да? Он не напыщенный, ничего такого, он вроде как такой свой парень. Но как бы. Наверное, моя плохая ассоциация с ним в том, что все время, когда он выходит, он анонсирует всякую херь. И чё? То есть он ничего хорошего мне не принес в мою жизнь. Вот чуваки, которые в Sony, они мне принесли всякое хорошее. Я поэтому рад их видеть, и они мне приятны. А этот приходит и анонсирует, короче, Gears of War, очевидно. This moment isn't just about finding some new games, it's about discovering your new games. This decisive moment of discovery is etched in your gaming history, alongside your every achievement, your every moment, your every new friend. This is why we on Team Xbox are always and will be dedicated to unleashing the next new games for you to discover and love. So whether you're one of the thousands with us here in Microsoft Theater, or one of the billions around the world who play games, welcome to E3 2019. Ой, ну вот, кстати, да, это интересная ситуация, ведь Sony не будет, поэтому Microsoft вроде как должен прямо отжечь. Is the single most creative and energizing time in gaming history. Games and gamers together now have the sheer magnitude. А может и не должен отжечь? Зачем ему отжигать, если никакой нету этой самой? Но ему не с кем соревноваться, они в любом случае. Но если они еще и отожгут в этом году, то это будет удар для Sony, наверное. And gamers were everywhere. In under two decades, the number of players in the world has more than tripled. Over 2 billion of us now play games in every region and on every continent. Mm-hmm. And with new technological leaps, we get to play whatever we want, with whomever we want, and wherever we want. Xbox, every decision is guided by our belief that gaming is for everyone. Like, he can't say My that. My team and I are single-minded in our resolve to bring everyone the games they want, to connect everyone to play with the friends they want, and to empower everyone to play wherever they want. This is why we keep innovating hardware and services. It's why we're uniting communities through crossplay, and why it's why we're investing in new distinctive creators. Vision Huijin, future Huijin. Above all, gaming is for you.
This is why we scour the world for your next new games. This today is the largest showcase of games on any stage, anywhere this year. Да-да, если он что-нибудь скажет умное, я тебе переведу, не переживай. Пока он несет пустое. From the thousands of games in development across Xbox One and Windows PC, we're highlighting 60 games for you. 60 игр. Including 14 games from много, Xbox конечно. Game Studios. Это пипец. And это over много. 30 games premiering in Xbox Game Pass. Я надеюсь, что это значит, что не будет всяких Пеле, машин выезжающих и прочего. We'll also announce what's next at Xbox Game Studios. Sharing our expansive plans for streaming. And of course, revealing more about our next new console. Расскажут про новую консоль. So thank you for joining us today. Let's jump in. Сайгер, ну я думаю, что не без этого, но вряд ли сплошная индюшатина. Sea of Thieves. Или нет? Бля, вот мне почему-то по первым кадрам уже не нравится. Respawn Entertainment, это который Titanfall. Cal Kestis. Saw Gerrera. Это что, какая-то юмористическая игра по Звездным войнам? Jedi are dead. Not all of them. Негро. A Jedi. Уже кто-то говорит, Сноуфокс, я впервые вижу, но я не особенно следил, слава богу. Суки, дайте мне игру по Звездным войнам, типа, ну короче, души. Дайте души мне в сеттинге Звездных войн. Ну окей, во-первых, я не уверен, что это все графика, конечно. Fallen Order. Видите, прикольно то, запятая. You all right? Что это выглядит значительно no, более как-то добродушно, что ли, и так легко, чем обычные игры по Звездным войнам. Это такое что-то, смена курса немного, и мне это нравится. Ну, то есть, World что-то новое. Premier. Такого я не помню. Обычно на Звездные войны это очень пафосно. Окей, поглядим, пока ничего не понятно. Totally gameplay, you guys. Дайте мне хоррор. Дайте хоррор, суки. Дайте, чтобы было клёво. Okay, bullet. И чтобы не от первого лица. И чтобы не выживач. Вот этот звук, короче, тю, бас, такой бас-дроп. Это так пошло. Это прям удешевляет для меня любой трейлер. Ну окей. Что за херня? Ну ладно, спокойно. Пса. Вот без пса нельзя. Ну хватит так камеру трясти, ну что вы, ну, блядь. Ну не будет же в игре такого. Зачем делать то, чего не будет в игре? Ну как-то непонятно. Трейлеры. Ну ладно, они всегда были не те. Ну короче, как-то сумбурно. Окей, что кто делает? Хэ. Стоп, это Blair Witch? Ха! Охренеть. А кто делает?
CD Projekt Red. А, это все, я думаю, это делает CD Projekt Red. Все, проехали. Ну ладно. I guessed it. Вот смотрите, ночь. Все жаловались, что где моя ночь? Вот она ночь. Ну, кстати, я согласен. Ну, то есть, вернее, не согласен с вот этими жалобами на киберпанк, что, дескать, где моя ночь? Почему день? Ну, то есть, очевидно, что там будет ночь. Это странно жаловаться на то, что не показали ночь. Я там даже больше скажу. Ночь, наверное, будет, ну, производить больше впечатления на контрасте с днем, чем если всегда будет ночь. All right, start her up, Bug. Why don't you go to the bathroom, wash up, we gonna be with you in a minute. Oh, come on, man, your neck, it's a mess. While hotel security has yet to comment, we do know the suspect seems to have fled the scene. Комиксовское все какое-то, понимаете? Несерьезное. Блокбастерное все какое-то. Видимо, иначе сейчас нельзя. Get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go! Immediate medical help is required. Just hold on. Hey, just think about all the good that we're gonna have, huh? Бля, меня тоже что-то парит. Бипанье. По-моему, матерились же всегда на конференциях. Не парились. Графон! Кариска, ну это дело такое. Житейское. О, бой. А то мне кажется, что как-то... Как будто, знаете, изо всех сил футуристично. Прям вот... Ну, слишком футуристично. Ни одного кадра без того, чтобы изо всех щелей не лезла всякая футуристичная хрень. Чем был хорош первый Deus Ex? Тем, что он был такой реалистичный. Хотя там было будущее, там были всякие киборги и прочее, но он вот не был вот этим вот комиксовским липоватым делом, которым стал Deus Ex Human Revolution, вот это вот. На мой взгляд, такое же. Ну ладно, видимо, это вопрос... Ой, того, что, ну... Каждый имеет право на свою стилистику. На свои какие-то ходы. Wake the f*** up, samurai. We have a city to burn. Это чё? Киану Ривз? Это чё, Киану Ривз? What the fuck? Это синдром Кодзимы, то есть. Пиздец. Это тоже пошлятина, пацаны. Это тоже абсолютнейшая пошлятина. Понимаете? Игры прошлого обходились без того, чтобы привлекать реальных актеров вместо персонажей, блядь. Короче, реально. Это такая вещь, которая на поверхности охуенно, как бы, да? О боже мой, Киану Ривз в этой игре, это круто. Но если подумать об этом, то это ни хрена не круто. CD Project Red. Cyberpunk 2077. All right. A while back,
The guys from CD Projekt Red approached me and asked me to be a part of their new project, Cyberpunk 2077. Mm-hmm. They were going on and on about how they'd create this vast open world with a branching storyline, how you'd be able to customize your character through in-game choices. Время назад эти чуваки связались со мной и попросили побыть в этой игре. Они мне, значит, ее рекламировали, говорили, какая она будет крутая. Я прослушал, потому что перевод. Cyberpunk is set in a metropolis of the future, where body modification has become an obsession. You play as an outlaw, an enhanced mercenary, working in the sleazy underbelly of the city. Чувак, ну come on. Yeah. Okay, but let me tell you, the feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. Будет круто, говорит. Игра будет крутая. You're breathtaking. You're all breathtaking. All right. So, I gotta finish this. So tell me, do you guys want to know? Хотите ли вы знать о том, когда игра выйдет? Yeah. All right. Then check this out. Ready now? Whoa, hey, easy. Mr. Hansen, am I right for the job? Ладно, Лен. Okay, I'm in. Все мои вот эти крики, они... Это дело вкуса просто. Я люблю игры, которые более приземленные. Я не люблю, когда меня бомбардируют. В общем, яркими цветами и всяким таким. Xbox One, Windows, PC. А. Ну-ну. World Premiere. Киберпанк, Киану Ривз. Ты пропустил. Snow Fox. Ну ты вроде не пропустил. Южный парк. Нет. О, это не это ли Ебатория? Которую я думаю, ну вроде нет. Строй. Дыщ. Похоже, это флеш-анимация. Заботься о своем арене. Эксплорь. Мне не нравится графический стиль. У меня аллергия на все, что напоминает флеш. То есть, когда... Спрайты просто искажаются. Видно, что они искажаются, как будто папет тулом в фотошопе. Это очень дешево выглядит, ну, на мой вкус. И вместо того, чтобы рисовать настоящие кадры анимации, они просто искажают существующие. Или, а может даже нет, но это так выглядит. Что я могу поделать? Spirit Farer? Farer. Окей, whatever. После Киберпанка именно нужно было показать эту игру. Опа! Вот это по-нашему. Но я все равно буду разочарован. Ну потому что, ну я не верю. Кто бы это ни делал, даже если это Rare, я не верю в то, что они смогут сделать, как мне хочется. Пиздец, блядь. Что это за стиль-то графический, как в новых DuckTales? Ну ёб твою мать. Блять, ёбаный рот, ну что за хуйня? Ну зачем вот, блять? Господи, какое говно! Нет, уберите, сука, ёбаный рот. Блять, как я зол. Привет, Сахарок. Блять, как я не люблю этот стиль, блять. Уёбищный. Блять.
вот этот примитивный, сука, абстрактный какой-то мудацкий стиль, в котором новые утиные истории сделаны в таком же стиле. Блять. Фу. Фу-фу-фу. Сука. Я слишком стар для этого дерьма, видимо. Fuck you просто. Ох ты, ёб твою мать, блять. Ну ёбаный ты по голове. Пиздец какой-то. Блять. Я надеюсь, сука, что я не один в этом. Вот в этой мысли. О том, что этот стиль сосет хуй. Я надеюсь, что я зайду на 4chan после всего этого, и там будут куча тредов о том, что, сука, они убили Battletoads. Ну потому что пиздец. Когда дэндевские спрайты выглядят лучше, чем современные вот эти стилизованные вещи. Понимаете, дэндевские спрайты выглядят как мультипликация настоящая. А это выглядит как какие-то, блять, порисульки, значит, первоклассника, который свое неумение рисовать маскирует охуительной экстремальной стилизацией. У меня не говно арт, у меня просто минимализм, вы не понимаете. Fuck you. Мисагир, что... А, господи, я думал, что это... Я что-то подумал, что это трейлер More Utopia под такую музыку, но нет, это все вместе. Окей. Пиздец. Короче, реально, Battletoads прям... Я не... недоволен. Ну, видимо, да, в этом трейлере типа половина из этих 60 игр будет показана, я так понимаю, по 2 секунды. Блин, и вот из этого мне что-нибудь даже может быть интересно. Больше, чем то, что они показали до Йентага. Ёбаный Battletoads. Кто это делает, блядь? Это Rare делает? И со Streets of Rage та же самая история снова. Ёб твою мать, нихуя себе. Пока еще не было ни одного трейлера без вот этого. Please welcome head of Xbox partnerships, Sarah Bond. Сара Бонд. Милф. All the ID at Xbox Games. Оригинальный. You just saw will premiere on Xbox Game Pass day one. Не, ну симпатично, что говорить. At Xbox, our passion is to help you find and play the games that новый, you love. Блядь, не знаю. Through creation, curation, and discovery. Я буду бугуртить. The ultimate expression of that passion is Xbox Game Pass. My team travels the globe, seeking out fan favorites and hidden gems, and crafts partnerships with their creators, so that you can discover your next favorite game. Mind-blowing experiences, epic adventures, and iconic characters, Кариска all Бан. For you to explore. It has been awesome to see the record-breaking success developers have had in Xbox Game Pass, introducing their games to new players and creating lifelong fans. Since launch, we have tripled the number of partners in Game Pass, adding more games from more genres. Platformers, RPG, adventure, sports, puzzles, and more every single month. And of course, every Xbox Game Studios title you see today will premiere in Game Pass one. Ёб твою мать, Battletoads. Пиздец. We are thrilled to announce new titles coming to Xbox Game Pass on console today, including Batman Arkham Knight. То есть, понимаете? Ладно, ладно, вот они делают, как бы, новую игру,
the Handsome Collection. Как бы плохую, да? Вот они делают новую плохую игру. Окей. Новое время, новый стиль популярен. Окей, делайте свое говно на здоровье. Я просто не буду это трогать. Но когда они делают, сука, продолжение, возрождение, дохуя старой игры, которая мне дорога, и вот они делают ее таким вот говном, вот от этого у меня уже печет. И я считаю, что я имею право на это возмущение. Чё? А, окей. У Sony вроде уже есть такое. Today, the Game Pass journey on PC begins. Угу. Now, PC players can discover their next favorite game with Xbox Game Pass. Ой, бугурт у меня. We have curated over 100 games just for PC, including favorites like Imperator Rome and Football Manager 2019. О, бой. Качаю. Император. And for the first time on PC, starting with Halo Reach, the entire Master Chief Collection. Сделано в Санкт-Петербурге. Master Chief Collection. We are thrilled to share that Xbox Game Pass for PC launches in open beta today. Ты это уже говорила. Whenever you're ready. Опять чу. Первая Halo была на ПК, я в нее играл на ПК. Это было окей. Окей, это что вообще? А, это... Ой, сука, Forza Horizon я бы поиграл. Она, по-моему, и так есть на ПК, да? Но она требует десятку, поэтому я в нее не поиграю. Prey я хочу поиграть. Вольфенштейн я не хочу играть. Tomb Raider тоже не хочу. Я хочу поиграть в Legends. И может в первый. Game Pass for PC is here now. Try it out by downloading the all-new Xbox app on Windows. And okay. If you want it all, we have created a membership just for you. Xbox Game Pass Ultimate. Ну, почем? You get everything. Xbox Game Pass for console with over 100 great games. Xbox Live Gold, an unrivaled gaming community, and now Xbox Game Pass for PC at no additional charge. Snow Fox, ну потому что бюджета не хватило. And because it's E3, everyone can jump in and play today for $1. Ну да, рот у нее большой, конечно. Now go discover your next favorite game. World premiere. Ха-ха-ха, Месагир. А вот это, кстати. Выглядит офигенно. Если я правильно понял, оно... Короче...
питается, ну, реальной информацией с чего-то типа Google Maps. Ну, то есть, оно прям берет реальную информацию об ландшафте и каким-то образом это все обрабатывается и визуализируется, если я правильно понял. Это круто, как бы. Под какую мисс where armies were built and powerful cities collapsed, when the smallest of choices echoed through the pages of history. It was an age of empires. Два, а не четыре, Кариска. Куда тебе четыре? Вот тебе два. Карим будет у Bethesda. Когда? А у Е2 есть ХД? Я думал, а у Е1 есть ХД. Короче, следующая конференция это Bethesda. Но она будет типа в 3.30 ночи, я вряд ли буду ее смотреть. Я ее буду смотреть, скорее всего, завтра утром в записи. Не знаю, буду ли я стримить эту запись. Томас Мзейр, я тебя понял, Мисагир. Visit Colorado Springs. Что за говно? There's so much to see and do in this post-apocalypse. Не, мне интересно Bethesda, ну потому что мне интересно, что они скажут про Fallout 76 и все такое. Опять вот этот дурацкий стиль, такой же мультяшно-комиксовско аляповатый и как бы ололо ироничный, один на все игры. С Borderlands это все пошло, по-моему. А, про ongoing Wasteland 3. Wasteland 3. Я помню, что Wasteland 2 засрали. Ну. Ну. Booty. Короче, у вас есть маза не смотреть в записи завтра, а подождать, пока я буду стримить просмотр в записи. Ну, вместе же веселей. It's fantastic to see some of these studios already sharing new games on our E3 stage, and there's more to come. I have the privilege of working with some of the best studios around the globe. And for me, great studios are about people, teams. В какое время буду стримить, не знаю. У меня завтра куча дел, но может с утра даже прям. Creating great games. Да, сип, действительно. And great games. Да, Флайн, как когда волнует. Даже без относительно того, что я во все это не буду играть, мне просто интересна эта индустрия. That joining Xbox Studios is Double Fine Productions. Господи. Double Fine has been a beacon of creativity and spirit in game development for almost 20 years with classic games like Psychonauts, Brutal Legend, and Broken Age. I'm looking forward to Double Fine joining Xbox and seeing what we create. Ну, то есть мне это кажется, знаете, таким типа. Окей, чуваки, либо вы закрываетесь, либо. Вернее, не так. Вот Шафер скорее думал так, что типа вот все, пацаны, либо мы закрываемся, либо мы идем под чье-то крыло. И тут Microsoft такой, окей. Но вы нам теперь должны. Эксклюзивчиков. Спасибо, милый шарик.
Thank you so much, and thank you, Matt. We are so excited to be joining Xbox Game Studios, and I'm here to personally reassure you, Matt. I don't седоват know if you've heard, but I'm a team player. Вот как это так? У него седая борода, но не седая голова. Тихо, тихо, он шутит, а я тут. Тихо. Excel stuff, whatever you want, we are there. Yeah. Кажется, он иронически признается в любви Microsoft. Просто потому что они ему денег дали. In that case, we brought a brand new trailer for Psychonauts 2. Take a look. Опа. Вот это мне насрать, опять же, но многим очень не насрать, и я рад за них. Потому что я думаю, что вот, блин, Double Fine не просрут. Они дадут то, чего хотят фанаты первой части. Еще опять такой же мудацкий стиль будет. Нет, видите, точно так же выглядит. То есть все отлично. And today is my first official day on the job. We're on a mission. Rasputin? I'm on him. Looking for me? Пробовал я первую часть, не осилил. Mission is falling apart. We've lost control of Lobato. I put the old egg in the box in the basket. No, I won't tell. I won't tell anyone. Ну, конечно, как обычно. I promise. No, у Шафера все очень так. Спасибо, птиц. Ну, Мисагир, такой же стиль был в первой части, поэтому он, конечно, мудацкий, на мой вкус, но не трудно сказать, что он гонится за... Что, опять? И вот смотрите, вот сейчас будет пафосно. А может, это вообще Южный парк, как обычно. Фу, блядь. Вот всегда мне было насрать на это Лего, не понимаю. Всеобщей любви. Кушал, кушал, как когда. Сметанку сегодня кушал, мальчик. Блять. Покажите что-нибудь, что я вот скажу, да, заебись. Меня бы уже, потому что само тошнит от моего бурчания. На Dragon Ball мне тоже насрать. Ну что я могу поделать? Ну, блядь. Блин, все эти игры, мне кажется, одинаковыми, реально. Опять тю. Ладно, вообще. Тут во мне сталкиваются, с одной стороны, положительное отношение к аниме, а с другой стороны, отрицательное отношение к Dragon Ball. Поэтому я лучше просто помолчу. Да, я тоже у него немножко украл. Окей, меня интересует одно. Каков power level всех этих людей? Наелся, когда. Мне нравится, когда Васька лежит сметанку с моего пальца. Есть в этом что-то милое. Корицка. Окей. World Premiere. World Premiere. Аннапурна Интерактив. Господи, интерактивный триллер. То есть опять, короче. Кенцо. То есть вот что это такое, когда на игровой выставке в трейлере игры используют слово интерактивный. Okay. Ну то есть, как будто это типа, ну, come on. You wanna guess what it is? This is an outfit for a newborn. You bought it this morning.
You wanted to surprise me. I'm sorry. You're pregnant. You know? I know because you already gave it to me. This has happened before. James Urquhart. What are you talking about? What's going on? Someone is coming. He's going to hurt us. He says you killed your father. I need to know what happened. Why are you doing this? My father died. Died of a heart attack? No, I didn't have anything to do with... Any second now, he's gonna knock on that door. Help me. This isn't happening. This can't be happening. Police, open up. That's him. Did you call the police? We have a warrant. Please open the door. I didn't do anything! We're here to help. Don't listen to him. I'm your only chance. Open the door, right now! Вот отсюда художественного стиля не видать. Но сейчас камера изменится, и мы увидим, что это опять какая-то мультяшная поебень. You're home. What are you doing? Are you okay? О, я не... Подождите. Может, вся игра будет с такой камерой? Это прикольно. Ну, короче, кинцо, сука. Интерактивный триллер про чувака, застрявшего во временной петле. Окей, ну ладно. Поскольку это будет Windows 10, поэтому мне насрать. В принципе, это можно сказать про все, что тут показывают, правильно? Опа! Олень за гейм. Не, я не придирчивый, я меня, может, даже это заинтересовало, но просто я говорю, вряд ли это будет на ПЕКа. Вот игра про оленя меня тоже заинтересовала. Way to the Woods. Вот это прикольно. Вот это мне нравится. И музыка клёвая. Mass Effect. Mass Effect. Или что это? Японцы, да? Ты думаешь, японцы? Я, честно говоря... А, это Герзач, все, извините. Ух, смотрите, какие артси-трейлеры даже у Gears of War. Ну, то есть... Это приятно. По-моему, у Gears of War уже были какие-то такие нестандартные трейлеры. И вот смотрите, у нее, опять же, лицевая анимация абсолютно мультяшная. Как в Half-Life 2, как, короче, очень часто делают, когда не могут сделать нормальную лицевую анимацию, делают ее мультяшной. Такой гипертрофированный. Но все равно, несмотря на мое бурчание, клево. Это было клево. From the Coalition. Please welcome studio head Rod Ferguson. Кто? Трейлер был прикольный. А, Gears of War, все окей. Thanks everyone.
Не играл ни в одну, не, вру, играл в первую. Очень, очень тормозящую первую. Не проникся, но как бы, опять же, не могу судить, потому что толком не играл. Еще мне нравится вот, что они дропнули Of War, и стали называть это просто Gears. With Gears of War 4, we это прикольно. To earn your trust. But with Gears 5, we want to push the envelope by doing new things never seen in a Gears game before. And we'll tell you all about it this summer. In July, join us for our Versus Multiplayer Tech Test, where you'll be one of the first to play our all-new competitive game type. Если бы новый Dark Souls назывался просто Души. Души 4, короче, ну вы поняли. Souls, понимаете? Souls 4. Круто. Смело. Но так его зовут. Как и Gears of War зовут, Гирзачом, да? Но официально же игра называется, допустим, Gears of War, Dark Souls. А вот чтобы официально дропнуть часть названия, это, для этого нужны некоторые шары. Сейчас локуст выползет. Вау, красиво. Everything except the need for revenge. This might look like a surrender, but it's not. It's an invasion. Не, как я понял, это все еще Gears of War. Продолжение. Но красиво они под сцену опустились. Такого еще не было. Мое уважение. Вот насколько мне насрать на Gears of War, вы не представляете. Вот, РНК. Тебя интересует игра Battletoads? Играл, не интересует. Хорошо, тогда я бы сказал, что ничего интересного на этой презентации ты пока не пропустил. Конференции. А почему я нашел у кого спрашивать, что с РНК не так? Или он малыш? Извините, я не помню всех, кому сколько лет. Ну, блядь. Сорян. Вот рэп, вы знаете, хоть мне и насрать на ваш рэп, но вот этот рэп звучит нормально, как нормальная музыка. Не то, что, сука, русский рэп. Блять, я даже тут найду, на что надо посрать. Ну, что со мной не так? Все, успокойся. Негативизм этот отравляет. I hope you enjoyed your taste of escape, an aggressive three-player co-op experience,
Ну, не знаю, они могли бы как-то побольше обыграть эту тему с опусканием под сцену, потому что в итоге ничего не происходит. Ну, окей, немножко происходит, но это было так атмосферно, когда они это сделали. Я бы надеялся, что будет какая-нибудь сценка разыграна, что-нибудь такое. For these at home, for the next 2 days, you and your friends can play in select Microsoft stores. So good luck out running the swarm, and we'll see you on the leaderboards. Oh, and for anyone who pre-orders or plays within the first week, we've got круто, something special круто. Just for you. Видите, что-то мигает там сзади. Это ж нужно было сколько дрочить свет, чтобы красиво все это выглядело. Молодцы. Всегда приятно видеть результат чьей-то работы. Только не тогда, когда это уебищный батлдос новый. Да хватит показывать нам Gears of War, фак. Что, игр больше нет? Ой, ёпта мать. Если они так долго показывают Gears of War, сколько же будет они показывать Halo? Wait, what? Господи, это боже мой. Окей, не пугайте так. Это машинка. Нет, это контроллер. Элитный контроллер. Еще более элитный, чем когда бы то ни было. Пундя, 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 пундя. Тут я вообще абсолютно вне моей экспертизы, поэтому ничего не буду говорить. Я могу только повосторгаться эпическим 3D. Отсеки все равно удобно. Мне больше нравится контроллер от Dendy. Извините. Dying Light не играл. Многие хвалят, но я напуган двумя вещами. Тем, что, по слухам, она супер-мега-дико крейзи тормозит. Ну, в смысле, много требует. И тем, что я видел видео с последним боссом, который QTE, и меня это тоже что-то не мотивирует в это играть. А, третий еще меня пугает, это то, запятая, что я играл в предыдущую их игру Dying Light. Ой, не Dying Light, это Dead Island. И это было ужасно. Месагир, давно, но у меня в ящике есть. Не могу найти, но у меня где-то есть. Есть. Были такие пиратские, короче, контроллеры на Денди, более такие обширные, не такие кирпичи прямоугольные, как оригинальные, а такие более фигурные, с офигенными крестовинами и всем таким. По-моему, это чисто пиратское изобретение, то есть это не аналоги чего-то настоящего. Вот они были, это были лучшие контроллеры. Ну, еще мне DualShock нравится, конечно. Чего уж там говорить. Короче, мне нравится все, с чем у меня есть опыт. World premiere. Snow Fox, вот если бы тебе было 15 лет, ты бы визжал от всего этого. Вот, я так хочу поиграть в Forza Horizon. Это вот просто, ну вот, мечта моя. Ах, сука, без машинки все-таки не обошло. Ой, так бы ехал и ехал, реально. Обожаю такое.
что за ёб твою мать, блядь? Вот чё вот нельзя вот без какого-то... Ну ладно, спокойно. Стоп, это что, Лего Зеро... Лего Forza Horizon 4? Не, ну я просто не фанат Лего. Многим нравятся игры... Вот эти Лего-игры мне не нравятся. Хотя я испытываю теплые чувства к самому конструктору. Но вот зачем это в игры переносить, эту стилистику, я, честно говоря, не понимаю. Единственное, что хотел Стэн. Я не то чтобы сильно хотел Forza Horizon, потому что я в нее никогда не играл и вряд ли поиграю, потому что Windows 10. Я так чисто мечтаю об этом. И мне новые этой игры даже не нужны. Блять. Чё? Аддон, короче, понятно, вот это. Ну давайте вы на этом прекратите говорить про Forza Horizon из Лего. О, боже мой, это машинка из Лего. Охренеть. Snow Fox, я ссу. With about half a million of Lego's legendary bricks, you get this incredible life-size Lego Speed Champions McLaren Senna. Интересно, мне можно сесть и уехать в мир Лего? А нет, вечно, Месагир, некоторые на XP сидят до сих пор. Реальные люди, которых я знаю. Да, вот в Какаду я то же самое хотел сказать, что немножко не сочетается текстура Лего пола и езда по ней плавная. Бла-бла-бла, блять, перестаньте. Все, уёбывай. Вы собирали эту машину 3 года, теперь уёбывайте. Лего Звездные войны. Не Лего и не Звездные войны, а я хотел сказать что-то типа Little Big Planet Gears of War. Что вот за фетишизм у них такой? Все нужно сделать маленьким и искаженным таким вот. Гипердеформированным. Ну ё-моё. Фанко, я не знаю, что это такое. Реально, такое ощущение, что половина игр делается для, я даже не подростков, а просто детей дошкольного возраста, которым нужно, чтобы все было вот такое дебильное, с огромными головами, максимально простое, как новый Battletoads. Никаких вам деталей, никакого нормального, никаких нормальных человекоподобных этих самых жаб. Все должно быть максимально... Типа стилизованные, мультяшные, как мои любимые мультики по Джетиксу. В фанке уже не только негры, Unthinkables. My mission. Find the father I never knew. My mission. Find a hero I've never met. И не буду. Лучшая зомби-игра, в которую я играл, это Left 4 Dead. Но я все-таки считаю... Ну, то есть, я еще не поиграл в свою такую идеальную зомби-игру. Я вот... Мне нравится теоретически такое из серии «Открытый мир», «Зомби». Но я пока ничего в такое не играл. Here we can become stronger. Unthinkable Sam, ну сейчас же есть этот... Как его... Don't believe me, just watch. Now people are counting on me. Уёбок. Который косит под Майкла Джексона. Вот это же фанк. Ну и эти... Daft Punk. I thought we had seen everything. We ain't seen nothing yet. Сахарок, что ты такой негативный? Будь как я. И опять графика, видите, она на таком, на бала, нечто среднее между реализмом и типа Walking Dead от Telltale.
Не люблю я мультяшность, понимаете? Такую. Ну, то есть мультяшность бывает разная, но вот такую я не люблю. Sega! Чё? Fantasy Star Online? Да, корицка, в этом основная беда. Ну, ты в любом случае слышал этот трек. Ты просто. Я просто. Ну короче. По-любому ты его слышал. Задолбали название, скажите. Вот сразу душа, вот в музыке душа чувствуется, знаете, что японцы. Это вам не дыш-дыш, буф-буф, это душа. Я не играю в выживачий, милый сахарок. Тем более в сложные, я и в простые-то не играю, не фанат я такого. Ну-ну, и называется все это? Неизвестно. Так вот у меня вопрос. Это же старая игра, да? Или это новая игра? Или это старая игра? Those of you who have played Phantasy Star know that this game had influenced many of the most popular games today. So with great delight, we welcome Sega back to our stage and Phantasy Star back on Xbox. Я понимаю, что два, но мой вопрос в том, может быть, Phantasy Star Online 2 уже существовало 100 лет на каком-нибудь GameCube. Вернее, Dreamcast. Meeting with developers, playing their games. Или это чисто новая часть? Introducing you to their games. Если это новая часть, то это круто. The best parts of my job. Ну, то есть, насколько мне поебать, но... Back in 2017, when I first met with the creators of this next game, they shared their ambition. Неприятно, когда старые... To bring their massively popular game with its passionate community of 650 million PC players to the entire world. Короче, блядь, опять все упирается в тот факт, что мой любимый франчайз, короче, ничего уже давно не выходит в нем, и поэтому я как-то так, ну, мне приятно, когда другие люди получают что-то, что они очень любят из старого продолжения чего-то. PSO2 вышел лет 6 назад, ну вот. Окей, в любом случае хорошо. В любом случае, это хорошо. Новая жизнь для этой игры, в которой наверняка кто-нибудь играет. Да, Snow Fox мне тоже не нравится. Всем приходится оглядываться, но это тупо неудобно. Что? Crossfire. Crossfire. Была такая карта в Half-Life. Чё за игра? Или это и есть кроссфайрники? Не трейлеры без тю. А я в одном из реквестов использовал тю.
world premiere. Аниме! Ксено что-нибудь? Все, что мы считали за правду. Было вружкой. Ну вот видите, приятно, что у Microsoft столько аниме. Не знаю, как на это реагируют, так сказать, типичные любители Xbox, но мне это приятно. Gamers Rise Up. Tales of Arise. Какое-то мудацкое название. А, стоп, Tales of, это Tales of, да? Очередной Tales of. Окей. 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 Угу. Жиденький аплодисмент. Sirens in the universe. I used to be one of them. Вот это Borderlands. And I need you. Ой, хоть бы Рэнди вышел и что-нибудь сказал. Умный. Это было бы приятно. Ну, короче, на Borderlands мне тоже насрать, потому что не люблю этот стиль графический и, в принципе, Diablo от первого лица. Что-то сколько раз я пробовал подобные игры, всегда они были каким-то говном. Diablo 2. У меня не было говно. Titan Quest был окей. Это, в общем, все. Мне кажется, я сейчас слышал тю. Borderlands 3. Угу. Окей. Но обождите. Есть еще кое-что. Handsome Collection. Странно, что не BDS Collection. Но подождите еще. Есть еще кое-что. World premiere. Вот что-то. Видите? Я сразу чувствую, что что-то тут не так. Я по первому вот этому огоньку, я чувствовал, что что-то тут не так. Что это что-то такое. Вот из этой оперы. Вашу мать. Сука, вот как так? You could even imagine it.
blessed brilliance. The Elden Ring. Я не видел Кариска. О, Elden Ring. Вот поверь, я не видел. Shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. Look up. Блять, опять Эрнштейн? Окей, показалось. Elden Ring. Что значит Elden? Я не знаю, что такое есть Elden. Окей, у меня один вопрос. Я не знаю, как относиться к тому, что это Джордж Р.Р. Мартин. В принципе, неважно, лишь бы геймплей завезли. Ну так вот, мой основной вопрос в том, что это будут души. Так, Кариска, ну всегда были такие трейлеры первые у From игр. Бессодержательные. Что ты хотел-то? Elden рука. Right. Ручное кольцо. А, уже показали 60 игр? Окей. Рука, кольцо. Окей. Means connecting all of these creators to all of you. Last fall, суки. We announced our ambition to empower everyone. А там больше ничего не было, да? Ни даты, ничего, ни платформ. By bringing Xbox to the cloud. Ну, насколько я помню, Sekiro ведь тоже анонсировали впервые на конференции Microsoft. То есть это не значит, что это будет эксклюзивом Microsoft. Two months ago, we connected all Xbox developers to Project X Cloud. Today, okay. We invite those of you here at E3 for our first public okay. Hands-on of Project X Cloud. To experience the freedom to play right here at the show. And you'll have two ways to stream. There's a new platform feature, console streaming. It turns your Xbox One into your own personal and free X Cloud server. Whether you're using a console in our data center, ну, кстати, нормально. Если это конец, home, то нормально. This October, нормально. You'll be able to use our hybrid gaming cloud to play your нормально, games Microsoft, отожгли. Безотносительно моих бурчаний. You decide. So let's talk about our next console. For us, the console is vital and central to our experience. We heard you. A console should be designed and built and optimized for one thing and one thing only, gaming. So the same team that created the world's most powerful console, Xbox One X, and innovated its groundbreaking processor and the Elite controller. The same team that engineered the world-class compatibility of today's Xbox One consoles. The same team that set the bar for live gaming services with Xbox Live. This same team set out on a new mission. To create the future of gaming for you. When we think about the future of gaming, it's not just PC, it's not just console, it's not just mobile. It's really all of the above. Xbox is all about choice. We're investing in technology all throughout the game stack. The games you want with the people you want on the devices that you want. And for us, that starts with our next generation console. We don't want to build just another console. We truly want it to be transformative. More immersion, more exploration, more detail. How do we make it easier for people to get into the game, to stay in the game?
One of the things that gamers and developers are incredibly excited about is reducing load times. I'm an RPG gamer, and so, like, loading screens are a thing. You're sitting there in the fake elevator because you know that the game's loading in the background. This is just an elevator ride forever. That's our goal with gaming, is that you don't have those pauses. This generation is going to be a bigger leap than any generation we've done before. Подожди, еще скажут что-нибудь. At the heart of our next generation console is our custom design processor, leveraging the latest Zen 2 and Navi technology from our partners at AMD. From a pure processing perspective, this is 4 times more powerful than the Xbox One X. We're leveraging high bandwidth GDDR6 to ensure that we're getting the best performance possible. It's going to usher in resolution and frame rates that we've never seen before. Like, never seen before. We're looking at frame rates up to 120 frames per second. 8K capability, variable refresh rate. Next gen ray tracing. It's real time because it's hardware accelerated for the first time ever. What I'm personally most excited about is the SSD. We've created a new generation of SSDs. We're actually using the SSD as virtual RAM. We're seeing more than 40 times performance increases over the current generation. The combination of the SoC and the solid-state drive are really what gives you a totally new experience. Now we can take all of that power and apply it back into the scene, so we can actually generate more life in that world and bring it to the gamer in a seamless way. So that then you're fully experiencing what the game developer wants you to experience. When you can move through worlds without waiting for screens to load, that speed, that performance is what the next generation is about. This is the most immersive console experience ever. What we really want to do is give developers the power to build the game they've always envisioned. We have hundreds of people across both our first-party studios as well as our third-party studios working on those next-generation experiences today. It's an amazing commitment to content at Xbox Game Studios. 13 studios, 7 in the last year. That's a big family. At 343, for us, it's always about more seamless worlds. With the next generation, we can bring the world to life in a way we've never experienced Halo before. We're delivering 4 generations of content better than you've ever seen them before. This console is especially awesome for Game Pass members. With the faster load times, you're going to be able to experience all the games within just a snap of your fingers. We're giving gamers the option to connect across devices and across platforms in a way that we never were able to before. This isn't just a console launch. This is about the future of gaming. Your games, your achievements, your progression, your accessories, your console gaming experience, Xbox, it all comes forward with Scarlet. Ну, эта хуйня, конечно, переименуют еще 10 раз. It eats monsters for breakfast. Ха-ха-ха. This is ну, короче, бессодержательно. The most powerful and highest performing console we've ever designed. Ну, то есть... Built for creators to unleash their boldest creative Project visions Борода, да, было бы веселей. And optimized for players to enjoy the Реально. Ultimate gaming Видите, experience я не знаю, on a console на данном этапе, блядь. Anywhere. Они делают новую консоль, на которой игры будут выглядеть точно так же, как на текущих консолях. Только, может быть, там, типа, честные 4К, 60 FPS. О, боже, вот это скачок. Co-engineered and custom designed a state-of-the-art processor for Project Scarlet. Power you could see Не может быть лучше Snowflox. Реально. Power and performance you can see and feel defines Project Scarlet. When we talk about freedom to play, бля, рейтрейсинг света, я не знаю, я играю в Sekiro, я с трудом представляю, как можно сделать там освещение лучше, ну то есть, все, оно выглядит уже реалистично. Че мне, че еще надо мне, мне больше ничего не надо. The foundation of our future in console and the formation Нет, of our future хуйня. In cloud. Все хуйня. We launched Xbox 18 years ago. Реально, Dark Souls 3 и Sekiro, вот это самые современные игры, самые графонистые игры, в которые я играл. Ну и GTA 5. Я не вижу реально, что можно сделать с этим принципиально лучше. We will launch Project Scarlet with Halo. Загугли рейтрейсинг в Майнкрафте, выглядит невероятно, блять. Это тупо динамическое освещение с этим Global Illumination. Я все понимаю, но все равно
то, как сейчас делают освещение, то есть его фейковое делают, правильно, да? Запекают. Оно все равно выглядит, ну, не хуже. Просто оно, допустим, запеченное. Ну и что мне с того, что оно запеченное? Все еще думаю, что лучше, чем в Max Payne 1 нельзя. Ну, я, в общем, согласен с тобой. Свет, да, очень важен, но... На данном этапе свет таков, что... Что остается смотреть Halo. Слушай, я смотрю на эту Quake 2 с рейтрейсингом, и как бы я не понимаю, в чем эпическая революция. То есть даже он даже выглядит хреново все равно с рейтрейсингом, потому что как-то не натурально там. Реально, это нужно будет вглядываться в Snow Fox. Понимаешь, разница между PS1 и PS2 была видна невооруженным взглядом. И между PS2 и PS3 в меньшей степени, но тоже было видно. А вот уже PS3 и PS4 это одна хуйня. И как бы, ну, вот этот новый Xbox тоже ничем не будет лучше. Так они и так, и сейчас так же выглядят, Snow Fox. Я не, реально не понимаю, о чем ты говоришь. О каком таком эпическом скачке. Вот я смотрю на это, и чё? Ну вот и чё? Вы хотите сказать, что на Unreal 4 нельзя сделать так же? По-моему, можно. Видимо, мы слепые, сорян, Snow Fox. Эта романтизация, конечно, Мастер Чифа мне не очень понятно, потому что он выглядит как игрушечный солдатик. Ну окей. Looks like the main power cells are fried. Auto shutdown. Triggering survival mode. I'm going to try to move right. Okay. You can hear me in there. I hope you're ready. Please don't die. Please don't die. Yes! 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 We're going home! Oh! Welcome back, Chief. I rerouted what needle power I had into your suit. То есть, Snow Fox, ты хочешь сказать, что вот этот трейлер, они демонстрируют новую консоль трейлером, который не показывает графику этой консоли. Потому что, ну, ты понимаешь, да, что это трейлер, который как бы показывает, на что способна новая консоль. Вот на это она способна. Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. Сука, он почти головой стукается, посмотрите. Ну эй, прям, а, вот прям тютелька в тютельку он проходит. Lost everything. В дверной проем. There's nothing left for us here. Ой. No, we need to fight. Get ready. Господи. Ладно, окей, все, я не целевая аудитория.
Без хала и жизнь не та. Прикольно было, такой маленький логотипчик. Все, пошел последний трейлер, видимо. Ну, то есть, нарезка все, что было. Пацаны, мне нужно отойти. Я приду через 5 минут. И, ну, если я что-нибудь пропущу, какой-нибудь типический анонс чего-нибудь, скажите мне. Я отошел.
Вот и я. Так, ну что там? Беседка будет, сука, поздно, пипец. Сейчас я посмотрю, когда она будет. До беседки осталось 2 часа, 3 часа, короче. Это будет 3 часа ночи. Ну, то есть, блядь. Не знаю, вряд ли. Вот. Ну, в общем, в итоге обидно за BattleTots, но в целом, как ни странно, эта конференция оставила у меня положительные впечатления. То есть бывали конференции, когда, блин, просто кажется, что, блядь, что это было, ради чего я это смотрел, но в этот раз как-то удалось. Во-первых, народу много. Snowfox, не сыпь мне соль на рану. У меня завтра сложный день, между прочим. И тут я такой захожу в Twitter E3, и тут опрос. Самые большие новости конференции Microsoft. И можно выбрать Project Scarlet, Slash Halo, Cyberpunk, Elden Ring и Gears 5. Голосую за души, потому что могу. А побеждает Киберпанк, блять. В чем, собственно, новости Киберпанка? Дата выхода? А, Киану Ривз же, ну да, конечно. Короче, души на предпоследнем месте, на последнем Gears of War 5. Окей. Киберкиану 2007. О май фак. Нормально, реально. Нормальная конференция. Бывало много хуже. Обидно за BattleTots. Но зато Elden Ring. Поглядим. Поглядим. Может, в этот раз сюжет будет такой, за которым я смогу следить. В отличие от типичных сюжетов фромов. Вот. Что еще сказать-то, я даже не знаю. Разве что. Смерть. А тебе сюжет нужен? Спрашивает меня Сагир. Я бы не отказался, если бы помимо геймплея во фромо-играх меня привлекал сюжет. Угу. Все. 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 Пока.